спели, на разных языках слушаю я музыку, и по-татарски тоже слушаю. А ты, Ильяс, кстати, поймешь? Не забыл татарский язык? Да, югинде, мен помню, конечно. Ой, яраринде, сулямяинде, яры. Сейчас проверю я тебя. Давай, как по-татарски мама? Эми. А бабушка? Эбике. Ну, все слова помнишь? Бабуль, так ты никому не говори. Скажи, пожалуйста, как дружба будет по-татарски? Вообще ясно. Ну, давайте все дружно ему скажем, как по-татарски дружба. Раз, два, три. Дуслык! Чё ты слышишь? Ещё раз. Раз, два, три. Дуслык! Ай, молодец. А, точно. Спасибо вам огромное. Но я тогда, пользуясь случаем, на сцену приглашаю наших соседей и друзей из подмосковного города Домодедово, образцовый коллектив «Хореографическая студия «Танцуй» ансамбль «Балаганчик», руководители Татьяны и Дианы Корнюшенковы с татарским переплясом. Встречаем!